Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Когда в огромном городе теряются маленькие вещи... Да, не прошло и недели. Я даже не заметила. Я тебе новый Samsung подарил. Неизвестно, в чьи руки они попадут. Скажите, а мой телефон в хороших руках? Да, Маша, вам повезло. И к кому приведут поиски? А вы не видели здесь случайно молодого человека в синей куртке? Он должен меня ждать. Видела. Вон их сколько. Возможно, прямо к твоей судьбе. Я не понял, что значит свадьбы не будет. Я не могу. Ведь пути влюбленных неисповедимы. Романтическая картина. Питер ФМ. В пятницу в 10 вечера на 7-м канале.